конечно, мы разные, две страны разные, и Япония, и Россия. Нас объединяет одно – мы хотим долго и качественно жить. И вот это долго и качественно я вместе со своей командой, вместе со своей корпорацией, каждодневно, регулярно подтверждаю делами. И видим счастливые глаза наших пациентов. Моя миссия, она благая, чтобы как можно большему количеству людей помочь быть в активной, хорошей, качественной физической форме на долгие годы. Япония и Россия являются соседними странами, да? У нас очень длительная история, но мы, к сожалению, пока достаточно много не знаем друг о друге. И поэтому, мне кажется, желание обеих лидеров, чтобы Перекрестный год послужил дальнейшим укреплением взаимопонимания между народами наших стран. Екатерина Деброва – это очаровательная муза сегодняшнего вечера. Она всегда придумывает какие-то оригинальные встречи. Она не только делает нас красивыми, заботится о нашей красоте и долголетии, она, плюс ко всему, сегодня здесь, в замечательном театре «Геликон Опера», представляет нам небольшой, как вам сказать, островок Японии. Красивая женщина, удивительный человек, восхитительного ощущения божества Катя Деброва, мой огромный-огромный большой друг. Это тот человек, для которого невозможно не создавать подобные проекты. Ваш покорный слуга принимал в этом участие. Вы сегодня услышите хок в моем исполнении «Хока и танка», моим голосом записаны. И это был мой маленький вклад в этот небольшой спектакль, который я очень надеюсь, что мы подарим и русским, и японцам. И это задаст фантастический импульс к началу весны. Когда-то в Японии я был на концерте, в котором участвовали артисты балета «Бежара», артисты Большого театра, иностранных компаний. И также были артисты, которые работают в театре «Кабуки». У меня была мечта объединить это когда-нибудь и показать в России. И сейчас это получилось. Ямада Мидори приезжает, замечательная артистка, которая на протяжении многих лет работала в театре «Кабуки». Она показывает сегодня специальный номер, который приготовила для нашего русского зрителя. «Перекрестный год культуры России и Японии», он будет каким-то образом объединяться вот этими двумя танцевальными традициями, потому что танцы в кабуки тоже имеют свое какое-то удивительное лицо. Культура жить. Активное долголетие. Сегодня в театре «Геликон Опера» собрались звезды классического танца, готовые подарить зрителям настоящий праздник хореографии. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить всем устроителям этого замечательного концерта. Сердечно желаю вам ярких эмоций и хорошего настроения. Владимир Мединский. Спасибо. Сегодняшний концерт – это благотворительный. Имени посольства хочу выразить благодарность корпорации «Рана» за проявление такой великодушной инициативы. Глубоким сном должны мы мир назвать. И в этом я сегодня убедился. Мир – сон. А я когда-то думал, Я думал, жизнь, а это только снится. Thank you.
знает только время, сколько дорог мне пройти, чтобы достичь счастья. Сравнить тело твое, человек, призрачна жизнь, словно роса на траве, словно сияние зорниц. Первый снег под утро, он едва-едва прикрыл листики нарцисса. Сестры, как близнецы они похожи, но жаль, не каждый в жизни может узнать их разные черты. Тонкой и месяц в небе, и цикады чуть слышен звон. Подаренный мне миг любви озарил вдруг небо сияние.
дамы и господа, звезды мирового балета и режиссер-постановщик Андрей Слепо. Ваши аплодисменты еще раз. Часть средств от продажи билетов сегодняшнего концерта будет передана в фонд тяжелобольных детей Красному Кресту с японской стороны и благотворительному фонду «Линии жизни» Фаины Захаровой. Мне кажется, вот именно такие культурные мероприятия должны соединять страны не только в самой культуре, но и в какой-то, наверное, и политической жизни, и во всех вообще сферах жизни человечества. Конечно, это надо поддерживать, и мне кажется, сегодня все очень замечательно получилось в этом плане, потому что люди увидели все, и чистую классику, и какую-то экспрессивные танцы, и они видели и японское искусство. И чем больше вот таких контрастов, тем, мне кажется, лучше вообще, в принципе, для всех. Хочу сказать огромное спасибо Катюше Дебровой, потому что то, что она сделала, это по масштабу и вот по глубине, и по событийности этого мероприятия, это совершенно грандиозно. Это было очень красиво, очень эстетично, гармонично. А главное, что цели, которые преследуются с линии жизни, сотрудничества, они на самом деле это очень благое дело, и которое пойдет на пользу многих людей. Помимо того, что корпорация «Рана» отлично делает свою работу, она плюс еще делает благие дела. Это замечательно. В танце считается нет границы, и через культуру мы понимаем, чувствуем друг друга ближе. И сегодня большое, как сказать, доказательство того, что это удалось. Сегодняшний вечер, к которому мы долго шли, он объединил людей, которые умеют чувствовать, людей неравнодушных, которые чувствуют друг друга, которые чувствуют красоту, которые ценят искусство. То, что сегодня происходило на сцене, это как слияние всех искусств. Слово, музыка, танец, потрясающая атмосфера. Такой синтез искусств, как сейчас говорят, но в этом синтезе есть какое-то правильное такое начало, такое сердце, которое бьется в каждом человеке для того, чтобы отдавать частичку себя миру. Все это создать и объединить мог только человек, который сам является таковым.